Ребят, всем привет, доброе утро. Вот наше утро начинается. Привет, Ром. Привет. Сейчас покажу. Пока есть немного времени, я вот хочу показать, что я тут надумал. Зацементировал я столбы вот так, вот здесь. Здесь буду насыпь делать. Хотел своими руками попробовать сделать навес, но одному это очень тяжело, и нужен помощник. И вот буду делать, ребят, навес для машины. У меня тут ширина где-то 3,5 будет, и длина 6 метров. Гараж, потому что уже ничего не, полком не помещается, машину туда не загонишь все равно. Поэтому решил сделать вот такой вот навес. Вот так вот. Сейчас поеду, посмотрю профнастил. Ребята, размер все сняли, сделали. А потом буду красить, засыпать здесь все. Вот эту площадку здесь выровняю, потом зацементирую ее. Довольно-таки приличного размера. Высота здесь такая, что и газель, наверное, поместится запросто. Вот так. Все, поеду сейчас в магазин. Детей отвезу в школу. Сегодня у нас в школе приедет фотограф. Будут детей фотографировать. Всем привет! Вот так вот дочь нарядили. Белая блузка, юбочка и колготочки. Еще бантики. И бантики. Все, отправил детей в школу. Начал, прозвенел звонок. Все, еду в магазин выбирать профиль. Подъезжаем к магазину. Вот здесь вот такой у нас Строймаг. Очень хороший магазин. Все есть практически. Ребят, вот смотрите, есть вот такой профлист. Он 6-метровый. Толщина у него 0,4, да? 0,4. Ну, 0,4 толщина, что-то совсем тоненькие. Прям как бумажка. 1700. Один лист стоит 1740. 1700. Вот такой он длинный. Так, посмотрели мы профнастил 6-метровый. Пока есть наличие. Но 6 метров это много, у меня остатки будут по 2 метра практически. Так что сейчас поедем к Ровельной, там посмотрим. Всего подъезжаем к Ровельному центру. Сейчас будем здесь смотреть, есть ли в наличии такого размера металл. В общем, взял вот такой вот профиль, толщина 0,45 микрон. Цвет будет шоколад. Вот такими накрою. Будет смотреться нормально. Сейчас заехали в овощной магазин. Накупили там перца, помидоров. Супругу говорю. Закрутила икру. Мало, мало, вообще мало, говорю. Надо еще побольше. 10 банок это мало. Одну банку мы спороли вообще вмиг. Сейчас пришли Пятерочку. Возьмем масло, яйца. Приехал я сюда в магазин Камчатка Сахалин. Здесь продается вот хороший недорогой рис. Варить плов и так поесть. Сегодня у нас пятница. Как правило, по пятницам вывозят у нас мусор. И вот мы сюда вот вдоль дороги выносим его сюда, а здесь вот такой вот беспредел. То есть люди утром выносят мусор, а собаки вот начинают трепать вот все вот эти мешки, пакеты. Что-то обещали нам вот эти вот контейнера поставить, все никак не поставят. И вот этот вот каждую пятницу вот такой вот беспредел. Ну вот, дочь встретил со школы, забирая. С
Всем привет! Папа, смотри, что я делаю. Играешь? Да. Папа, что мне добавить? Фрукты, бананы, клубнику или ягоды? Что хочешь? Бананы. А там наша торопышка. Представляете, вот прибежал в школу и забыл в машине форму для физкультуры. И вот пришлось сейчас привезти ему. И меня забрать. И Верочку забирать со школы. Встретил дочь со школы. Вот. Да, вот. А здесь наш класс фотографируется. Сейчас покажу. Вот здесь наш класс, первый класс, фотографируется. Вон там фотограф. Получится увеличить. Фотограф фотографирует. Все, едем домой. Да. Да, доча? Да. Все, выходные. Ура! Будем отдыхать. Ребят, смотрите, осень теплая у нас. Черешня, смотрите, вот цветок. А здесь вон даже ягодка. Черешня. И вон сколько инжира. Вот спит. Еще денечек и все. Спелый будет. Вон его сколько можно будет собрать. Смотрите, вот были на рынке, взяли еще саженцы. Это инжир, двухгодичный саженец, вот такой хороший. Там дальше расчищу территорию и тоже рассажу. Инжира будет много. Ну вот. Эти уже вон принялись. Зеленый листик начинает выходить. Хорошо. Надо будет чуть попозже еще полить, разрыхлить. Так что здесь инжиром рассажу все. Инжира будет много. Смотрите, сколько ягод. Ну, интересно, прохладно становится по ночам. Вот оно, вот такую клубнику ягоды. О, какого размера начинает давать. Крупная, сладкая. Вот. Так что детям можно будет собрать ягоды. О, какая красивая. Сладкая какая. Вот смотрите, ребят, еще взяли вот такое вот растение. Называется оно лафант. Может, кто-нибудь знает, что это за растение такое? Ну вот у дедушки покупали мы, спросили, он говорит, что якобы это растение очень лечебное. По своим свойствам лечебным не уступает женьшеню. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, правда это или нет. Потому что в интернете много чего пишут. А вот насколько это правда или что? Ну, для пробы решили взять. Вроде запаха такого нету. Вот цветок какой у нее. А нет, цветы пахнут. Вот такое интересное растение. Называется лафант. Сейчас вот крашу за этот ферму. И такая мысля приходит. 6 метров, блин, для машины не коротковато ли будет, а? Красить, оказывается, это довольно-таки, блин, сложно. Мне еще ребята говорят, красить сам будешь? Я говорю, конечно, сам буду красить. Что тут, говорю, красить? Я говорю, за один день его покрашу. Они посмеялись, поулыбались, но ничего не сказали. Ну-ну. А вот еще сколько красить? Там, там. Ничего.
Правда, немножко уже голова кружится от того, что запах краски вот этот вот. Дышишь ей постоянно. И голова немножко кружится. Крашу я тут себе спокойно. А тут хоба. Вот такое чудо здесь поджидает. В засаде сидит. Сейчас прилипнешь. Смотрите, какой огромный. А что интересно, да, вот богомолы. Они вообще не боятся никого. Большой такой. Сейчас камеру настрою. Довольно-таки приличного размера. Давай, иди. Так, прокрасил я больше половины. На сегодня, я думаю, все, уже начинает темнеть. Толком ничего не видно. Но завтра я покраску эту добью. Вот здесь остается.